Поздравили по-арктически. В Ненецком округе состоялся необычный флешмоб. Поздравления женщинам к 8 марта написали прямо на реке. Почти 40 снегоходов, крепкий мороз и отличное настроение. Наш следующий материал с Кашгартинской Курьи. Последнее приготовление перед финальной частью флешмоба. К месту проведения акции подтягиваются снегоходы, чтобы стать частью поздравительной надписи с 8 марта. Участников не пугает ни весьма ощутимый мороз, ни пронизывающий ветер. По ощущениям, все минус 30. Но я бы не сказал, что холод. Все нормально. Шикарная погода. А кому вы посвящаете свое участие в этой акции? Своей жене, теще, маме, всем любимым женщинам. Участие в акции принимают не только мужчины. Среди любителей снегоходной техники – женщины и дети. Семья Прилуцких, например, приехала в полном составе. Мы всегда ездим, всей семьей катаемся, каждые выходные. Да. А почему решили принять участие в такой акции? Необычно, здорово, приятно женщинам сделать. Егор, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что здесь будет сейчас происходить? Делать восьмерку. На 8 марта. Из чего будете делать? Из снегоходов. Личное участие в акции организаторы кинули в социальных сетях и приглашали потенциальных участников при личном общении. Минимально необходимое количество участников, чтобы надпись получилась, должно составлять не меньше 37 снегоходов. И большинство откликнулись с удовольствием. Надо принимать участие в таких мероприятиях и делать больше таких мероприятий. Ну, как бы хоть как-то народ развлекать. Среди участников и глава региона Юрий Бездудный. Губернатор признается, пропустить такое событие не мог. Сама идея очень интересная. Едва ли найдется еще где-то край, область, регион, где с 8 марта можно выложить снегоходами. Наверное, только мы одни, где такие крепкие морозы, где снег, где каждый практически житель перемещается на снегоходах. Поэтому замечательная, добрая акция. Я тоже решил в ней поучаствовать. Флешмоб организовал региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Акция «Для вас, любимые» проходила по всей России. На снегоходной технике впервые. Северный регион. Снегоходы являются основной вид транспорта. Сейчас вот много ездим, когда по территории региона достаточно большое количество девушек, женщин за рулем снегохода ездят. И вот как одна из форм выражения любви и благодарности вот перерастает вот в эту вот акцию. Вот от слов переходим к делу, пытаемся набрать фигуру с 8 марта. Более часа на подготовку, выстраивание снегоходов в надпись, чтение стихов для любимых женщин. И вот он, финал. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».